Нам только вместе выбираться. Мы шизофрениками стали поголовно. Мысли разорваны, между собой ведут войну. Мы соответствуем критериям дословно, от греческого «расщеплять» и «ум». Обрывки фраз, фрагменты текстов, заголовки. И кроме слоганов, память уже не держит ничего. Искусством стали полуфабрикаты, заготовки. Поэзия бессмысленна, обрывиста, как все вокруг. Особенно шизофреничные песни, где рваный текст стал верхом мастерства. Но что поделаешь, он отражает мир чудесный, что создали мы сами для себя. Как удалось нам и при этом очень быстро в бред параноидный так погрузить себя? Стерлись границы между слоганом и смыслом. Реальность стала виртуальностью, друзья. Чем звонче слоган, громче звук, реклама ярче, тем меньше тех, кто пробует вникать, что же стоит за всем происходящим, где, почему и в чьей системе мы координат. Все ярко, все блестит, баян играет, все веселятся, шумно празднуют успех. А кто пытается кричать «Стойте, ребята, давайте думать!» вызывает только смех. Нет, господа, я никого не поучаю, упаси Боже, я такой же, как и все. И точно так же телевизор я включаю, смотрю рекламу о попсе и колбасе. Так что нам только вместе выбираться из виртуальности в реальный трезвый мир. Ни один умник нам не даст рекомендаций, как без ошибок и без крови в этот мир прийти. Существенном и важном, существенном и важном, позабыв о суете, доктор Волощук СД, с вами говорит стихами, существенном и важном, доктор Волощук СД.